Проблема современного общества, да и мира в целом, это отсутствие реальности. Каждый живет в своем вымышленном мире, наполненном своими пустыми надеждами, фальшивыми ценностями, страхами, фобиями, переживаниями, которые, к слову, в основном ничего общего не имеют с происходящим в действительности, но своим наличием приводят человека к расстройствам психики и безумия. И все это происходит из-за того, что человечество отвергает Слово Божье. Они заменили Божьи ценности и Слово Творца на собственное мнение. Но люди не поняли главное. Освобождая свой разум и сердце от Слова Божьего, от Божьих законов, от Божьих принципов, они не просто освобождают свободное место. Эта духовная пустота тут же заполняется проклятиями, бесами и сатаной, которые и приводят человека к одержимости и безумию.